тон. А ведь когда-то, давным-давно, это был самый любимый премтяж статистов. Только на нем и фармили, и, по правде сказать, показывали феноменальные результаты. Появился он в игре в 2012 году в патче 0.8.2. И сразу у большинства игроков вызвал подозрение. Казалось бы, тяжелый танк, а броня-то где? Казалось бы, танк тяжелый, а где медлительность? Танк тяжелый, казалось бы, а почему пушка от СТ? Разработчики, эй, вы серьезно? Хотите, чтобы я купил тяж с пушкой и броней от СТ? Ха! И, скажем так, многих игроков того времени ФЦМ 50 тонн не привлек. А вот игроки посмекались и похитрее поняли, что ФЦМ 50 тонн тяжелый только по классу, а по геймплею это обычный средний танк, но с большим запасом прочности. Даже тогда разработчики любили помудрить и запутать игроков. Но больше всего ФЦМ привлекал тем, то что он был льготником. А льготная техника, как известно, против десяток не играет. Но если, конечно, твой совзводный не возьмет полноценную восьмерку.